Здравствуйте, уважаемые клиенты! Сегодня я расскажу вам, как правильно сделать розничный заказ в интернет-магазине «Оптовик 2». Выбираете понравившуюся вам позицию, ставите количество. Если менее чем 3 единицы, у вас заказ проведется розницей, плюс 25 гривен к цене сайта. Вносим количество 1, вносим размер. Здесь у нас дробный размер 42, 44, 44, 46. Мы проставляем 42, 44. Вносим цвет. Нажимаем на кнопочку «Купить». Позиция упала в корзину. Проверяем, она лежит в корзине. Оформление покупки. Смотрим. 42, 44, беж, 1 единичка, все как надо. Ставим тик покупателя. Мы розничный покупатель. Ставим точечку на розничный. Вносите свою почту. Вносите фамилию, вносите имя и вносим телефон. Страна, если это Украина, Украина, если другие страны, проставляем, выбираем регион, город. Если у нас доставка новой почтой, то мы проставляем нолики, как в данном случае. Если доставка Укрпочтой, тогда вносим сюда индекс. Пишем отделение новой почты, как у меня. Если есть комментарии к заказу, пишем. Подписываемся или нет по выбору на наши новости. Выставляем, значит, новая почта, оплачиваем Приват24, оформляем заказ. Все в порядке, запрашивает подтверждение, все подтвердили.